Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня я вам предлагаю расклад на деньги, который называется кошелек. И первая карта нам скажет: финансовая ситуация в настоящий момент. У нас выпадает карта девятка пентаклей. На самом деле у вас все хорошо с финансами, вы можете ни о чем не задумываться, даже не переживать, да, то есть даже можете потратить на какие-то удовольствия, то есть деньги к вам идут. Почему возникли материальные трудности? Причина. Здесь выпадает карта третьего аркана, но как вариант у вас были затраты на какие-то такие нужные вещи, может быть, у вас есть какие-то дети, да, и вы могли потратить на детей, на внуков, там, на какие-то удовольствия, то есть здесь с этим может быть связано, или вы хотите еще больше денег, чтобы сделать какие-то подарки близким. Что поможет исправить финансовую ситуацию, давайте посмотрим. И у нас выпадает карта отшельника, да, которая говорит, что нужно побыть одной, может быть, подкопить денег, да, о чем-то подумать, поразмышлять. Ну, то есть тут ничего такого как бы страшного нету. Что необходимо, чтобы улучшить материальное положение? И у нас выпадает карта тройка пентаклей, которая говорит: работайте, работайте, да, как бы не покладая рук, не останавливайтесь. Следующая карта говорит: какие действия нужно предпринять для улучшения благосостояния. Здесь выпадает карта паж мечей, которая говорит, что нужно отсекать что-то ненужное, вам неприятное, да, может быть, не сдерживать каких-то эмоций и, допустим, говорить людям правду в лицо, чтобы вам было легче, знаете, как в пространстве. Вот я все время говорю, почему, например, в России ругаются матом. Если, например, на вас что-то негативное говорят, и вы говорите матом, да, и отрезаете вот этот вот негатив, как бы, да, на корню. То есть до вас не доходит, например, ни порчи, ни сглаз. Следующая карта нам скажет, каким будет финансовое положение в ближайшие 3 месяца. И у нас выпадает карта девятка жезлов, да, что-то будет очень сложное, вы будете отгораживаться от людей, какие-то проблемы на вас навалятся, прям как головная боль, можно посмотреть, с чем это будет связано, да, хоть понимать. Но будет что-то ограничение с деньгами, то есть что-то будет вас ограничивать, что вы будете переживать за то, что вот опять проблемы с деньгами. Поэтому вот кому интересен такой расклад, обращайтесь, я вам сделаю приватный.